Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый крутой симулятор полиции на Android. Также от этого разработчика есть и другие симуляторы, такие как симулятор автобуса, там 10 миллионов скачиваний. И вот новый просто симулятор полиции, 500 скачиваний, просто 500 скачиваний. Но также думаю, что эту игру ждет успех, потому что здесь все очень круто. Сейчас покажу вам. Смотрите, что у нас есть вообще, какие возможности в этой игре, и эти возможности вам понравятся. Можно чинить свой автомобиль, есть другие автомобили, даже есть Лада. Вот она, представляете, даже есть Лада. Ну и другие машины, которые вы, возможно, знаете или нет. И довольно-таки их здесь очень много. Мерсы, не мерсы вообще. Вот бумер, да, о, офигенные тачки. Но у меня такая вот обычная. Это мигалки, можно выбирать различные мигалки. Это все нужно как бы покупать, но у меня денег нету. Я все-таки только начал играть. Так, смотрите, вообще разные, просто разноцветные, любые глушаки. Хочешь такой, хочешь подспортивный, хочешь обычный, хочешь жигулевский. Вообще, здесь очень много всего, это вообще очень круто продумано, по сути-то. Кенгурятники, это нам надо, потому что... О, это же эти стробоскопы, нифига себе, стробоскопы. Я хочу их купить, можно купить, пожалуйста, можно? Пожалуйста, да, я купил стробоскопы, отлично. У меня денег нет, а есть еще 350, отлично. Что еще можно купить? Я такой богатый. Так, а нет, ну остальные кенгурятники, вот стробоскопы. Это вообще, блин, респект. Это что такое, мне интересно? Так, это что такое? О, это же эти игрушки. Нифига себе, даже такое есть. Вообще, за это после этого обзора поставлю этой игре 5 звезд. Вот реально, вот обещаю. Здесь также можно выбрать флаги и поставить, а точнее повесить у себя в салоне. Вообще круто, понравилось мне все здесь. Так, это у нас что? Это что, наклейки? Представляете? Различные наклейки, просто скины. Посмотрите, это уже не просто полицейская, а просто будет очень крутая тюнингованная машина. Ну, полицейская, естественно. Вот еще у нас скины, посмотрите. Да ты красавчик, а. Так, что еще? Рандомно можно повыбирать. Все, короче, нажимаем ОК и выходим с вами назад. Что дальше? Это улучшение нашего мотора. Это диски. Наши колеса, One Style, Sport Wine, это тоже все понятно. Денег у меня как бы нету, чтобы это все купить, поэтому понятно. Я специально до конца не листаю, чтобы оставить это все для вас, чтобы было интересно. Также автомобиль имеет повреждения, вот она у меня даже подбитая, и я ее починил. И теперь она у меня не подбитая. И с новыми стробоскопами. Также у нас имеется свой полицейский участок, абсолютно свой полицейский участок, где мы с вами будем ловить преступника. Здесь у нас написано вот эти вот всякие миссии, объективы, сколько поймали, сколько не поймали, сколько посадили. Так, это у нас что, это типа тюрьма, да? Но она еще и закрывается, и можно ее купить, вот посмотрите, покупаешь, и у тебя будет тюрьма, чтобы ты сюда завозил преступника. Все, давайте приступим уже. К игре самой уже поиграем. Насчет графики. Графика у нас стоит высокая. Коробка передач у нас автоматическая. И все, стартуем. А то, блин, мы, наверное, где-то минуты 3-4 только потратили в главное меню. Так, я сейчас хочу посмотреть на стробоскопы. Вид от первого лица такой очень реалистичный. Так, свободная камера, это все понятно. Теперь стробоскопы. Ну-ка, стробоскопы. Так, пим-пим, это сигнал, это понятно. Чё они не горят? Они, походу, ночью, ребята, сами включатся. Мы также можем выходить из автомобиля и свободно перемещаться по этому городу. Только вот джойстик справа не очень удобный, если честно. Так, но все равно он очень довольно-таки прикольный. Так, садимся в автомобиль, нажимаем сюда вот и поехали следить вообще за преступниками. Так, мигалки пока отключим, мы спокойно едем. Давайте с видом от первого лица, чтобы было реалистично. Все работает, без проблем у нас тут спидометр. Так, все, будем ехать как реальные менты, да. Не будем нарушать правила дорожного движения. Будем на зеленый ехать, на красный стоять. Ну, если в экстренных случаях, мы уже будем с вами гоняться без правил. Также у каждой машины... Практически у каждой машины появляется индикатор скорости. Вот белая фигнюшка, может быть, кто заметил. Вот, вот, видали? И теперь я могу вот так вот, смотрите. Выходим из автомобиля. И теперь будем его... Ты куда уехать хотела?
А как ее допросить-то? Посмотрите, что она делает, а? Опрот винихли. Что за херня? Что с тобой делать-то? Ты что делаешь, а? Она типа разворачивается, что я типа не при делах, да? Так, я не понял, а как ее досмотреть там или проверить? А, во-во-во, стоп. Стоп, нажимаем вот сюда прям, стоп. Стоп, я тебе говорю. Да, с меня еще полицейский не тот, конечно. Так, стоп. Ничего. Допрос ваш, документы можно ваш? Блин, неудобный здесь джойстик для управления, если честно. А, во-во-во, открыл. А, вот, все, наконец-то появилась у нас эта табличка. Здесь мы, короче, можем выписать штраф, посадить типа в тюрьму, отпустить, либо же выписать. Я, короче, выписываю ему на 135. Он какой-то довольный, он под наркотой, что ли? Открой. Открой опять. Нет, он... Ладно, все, выписали, видали? Без проблем, да? Это очень круто, что можно вот так вот свободно перемещаться по городу и останавливать автомобили, допрашивать их, выписывать там штраф, либо же отправлять в тюрьму, погоню там, блин, это вообще очень круто. Графика вообще тоже нормальная, поэтому я думаю, вы оцените эту игрушку, скачав по ссылочке в описании. Так, включил мигалки, у нас экстренный вызов. Так, стробоскопы, ну просто свет, это походу они ночью включатся, я вам уже об этом говорил. Так, у нас также есть GPS, кстати, забыл показать вам. Наш участок, ремонт автомобиля, заправка, автомойка, город. Короче, вот город, давайте в город поедем. Нажмем сюда вот, и GPS должен меня вести к городу, да? Все верно, вот наша большая карта. Можно на плюсик нажать, на минус. Все у нас видно, все, GPS у нас включен. Я еду по GPS. Так, что, нарушений пока что нет? Все нормально себя ведете, да? Так, полицейский переход. Едем спокойненько, не торопясь, мы не нарушаем. А что нам нарушать? Мы же полиция, да, правильно же? Мы полиция, так, аккуратно. Ой-ой-ой, что-то меня занесло. Опаня, врезаемся. У меня машина задымилась, и мы теперь направляемся за этой машиной. Нифига себе, она в меня врезалась. Ой, я в нее врезался. Все, она включила аварийки, теперь я выхожу. Я выхожу для того, чтобы выписать штраф. Ой, а точнее извиниться. Все-таки вот мы, смотрите, с вами машину чуть-чуть подбили, поэтому идем и извиняемся. Если это как-то возможно сделать, подходим сюда, нажимаем сюда, вот как бы, да. И теперь он должен открыть, да, двери. Ой, окно открывает. И сейчас мы, естественно, ничего ему выписывать не будем. Все, окей, все, извините, вот мы все ставим на окей и просто-напросто его отпускаем. Типа извинились за то, что в него врезались. Я думаю, у него, повреждений у него никаких нету. Поэтому сейчас я отгоню свою машину подбитую уже, которая дымится. И этот персонаж поедет дальше, потому что мы с вами сами нарушили и врезались просто так. Другие бы, возможно, уже бы оштрафовали его за то, что он врезался в полицейскую машину. Но так нельзя, нужно быть честными. Мы с вами направляемся дальше, по дорожке туда. Так, не врезаемся, едем аккуратно. Так, поворачиваем сюда, поворачиваем. Я здесь уже же был, да? Я здесь уже был, походу. Да, я кругами катаюсь, но ничего страшного. Все-таки смотрим на эту игрушку, что да как. Ускоряемся, вид от первого лица, давайте... Все-таки подольше поиграем с видом от первого лица. Боковые зеркала у нас работают. Я вот включаю мигалку, сирена, звук. Это все у нас есть. Думаю, не стоит вам включать это все. И так понятно. Я поехал дальше. Не еду по GPS-у, не отправляюсь в город. Я отправляюсь на трассу. Буду патрулировать здесь. Здесь вообще нужно 50 ехать. И сейчас будем смотреть, кто ездит 50, а кто нет. Так, вау! Нифига меня занесло жестко. Вон, стоп! Стоп что-то! Ну ладно... У него скорость, что ли, превышена? Ну ладно, пусть катается. Трасса же. Разгоняемся. Смотрим просто на карту, ребята. Вообще большая, нет? Ну, она большая, кстати. Всякие, да. Даже вот на GPS, когда мы с вами включаем различные станции, типа город, трасса. Блин, это вообще очень круто. Эту игру ждет успех. По-любому. Так, ну все, думаю. Сейчас еще одну машину останавливаем, проверяем. Штраф или отпускаем и завершаем с вами обзор этой игры. А ссылочка на эту крутую игру будет в описании. Также, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Так, вау, щет. Так, ой-ой-ой, занесло. Так, вот это меня заносит. Так, останавливаемся. Я не врезался, ребята, ни в кого не врезался. Абсолютно все было спокойно.
Так, и подходим. Аварийка уже включена, мы направляемся к нему. Так, девушка, тем более блондинка, ну, это штраф тебе обеспечен. Обеспечен тебе штраф? Нифига себе, как ты ездишь, я не понял. Так, 150 на. Так, prison fall, а нет, нельзя мне еще в тюрьму, ребята, отправлять. Все, спокойно езди, понятно? Понятно? Нифига, как она волосы себе замела-то? Стой, я там стою, куда поехала она? Стой, теперь будешь стоять там. Ну, в общем, ребята, это все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.